Всех приветствую. Ну что, друзья, вдарим по венцу. Решил я перевернуть венец, а то он тут сточенный. Сгрызло его. Ну, в принципе, еще походил бы, но тут в этом месте уже довольно-таки пожрало. Решил перевернуть, пока есть возможность. Ну и что мне для этого надо? Маховик, венец, естественно. Молоток на всякий случай, сварочные краги и бензин. Сейчас я это дело полью бензинчиком слегонца так. О, налил, как раз хватит хату спалить. Поджигаем. Ждем. Надо камеру отнести, а то ну его нафиг. Ух, красота! Fire show! Прощен тот, кто вкушает боль и пламя носит пред собой. Финал игры и свет искры. Даже перегрел, можно было меньше греть его. Вот почему делаю так, потому что газовая горелка, тащить баллон неохота, а это паяльную лампу разжигать неохота. А так посидел, поплевал немножко в него и все, и он плюхнулся. Причем нагрелся он так, знаете, в принципе, я рукой дотрагиваюсь, даже не шипит. Температура сколько тут градусов?
70 максимум. До 100 нету точно. То есть даже локального перегрева нету, как обычно боятся люди, что локально перегреется. Вот. Тут я вот обтачивал. Края видно, что нет никакой побежалости от перегрева. То есть он таким образом не перегреется где-то в одном месте, как обычно делается, когда греют резаком там еще чем-нибудь до красна. Да-да, я так видел, что до красна некоторые нагревают. Это глупости, конечно. Вот нагрел, максимум до 100 нагреется. И все. Плюхнулся туда без всяких. Даже молоток не понадобился. Ну вот. Может, кому подойдет такой способ. У кого нет паяльной лампы, там горелки. У меня они есть, но я говорю, мне так проще. Не тащить сюда газ. Не разогревать паяльную лампу. Бензина, конечно, больше уйдет. Но зато так легче. Вот, в общем, всем пока.